Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру Space Engineers. Мы продолжаем проходить сценарий «Потерянная колония». Хотя, как все пишут, многие пишут комментарии, что он очень нудный, скучный и все в таком духе. Ну, не знаю, давайте попроходим, посмотрим. У меня пока что, ну, хрен узнает. Пока все устраивает, а, ну, в дальнейшем будет видно, конечно. И, кстати, да, действительно, я ступил. Я как же мог забыть, что у нас инструмент выживания может плавить камень на необходимые ресурсы. Там никель, кремний. Вот как раз я сейчас подавал камни за кадром. И... как бы не врезаться. И... сделал необходимые инструменты для... починки... чего-то там у нас, генератора кислорода, водорода. Да. Давайте сейчас с собой это все возьмем. Возьмем. Так. Пластина. Пластина. А, ты там сидишь, да? Ладно. Компьютер. Мотор. И как раз таки пластина, сколько это надо забрать. Все, пойдемте. А что тут, можно даже так выйти? Что это такое? Ну, ладно. Мы пойдем другим способом. Так, дай бог вспомнить, куда нам идти еще. Наверное, куда-то вниз. Так. Что-то пошло не так. Блин, явно не вверх. Короче, как-то туда нам. Мы даже не перепрыгнем. Надо зайти через верх. Что я... как так-то? Как я мог запутаться уже? Нет, тут... а, нет. Но я не мог двери позакрывать. О, здравствуйте. Это что такое? Опасно радиационный люк детектед. Доступ запрещен. Так, тут я вчера не был. Защи... ну да, как вчера получается. Потом сюда зайдем, почитаем, что от нас хотят. Походу нам все-таки су... и не сюда. Да, что такое? Ангар. Что-то, друзья, запутался. Как так-то? Вниз. А, вот. А, нет, я тут был. Или нет? Не, все правильно. Да. Все, сюда пошел я. Берем сварщик с собой и начинаем заниматься ремонтом. Нет, где у нас генератор? Тихо. Вот он горит. Так, его мы починили. Теперь нужно, если ошибаюсь, сунуть туда лед, как там было написано в описании, через коннекторы. Да, запущен. Сунем лед, тогда мы можем сделать рестарт реактора. Активировать топливо. И... короче, давайте тогда сейчас, как было написано, сделаем, закинем льда и попробуем и запустить охлаждение, систему охлаждения, или как там было сказано. Так, а запустить льда, это получается нам еще надо... блин, надо запомнить эти входы, что я вообще путаюсь. Да. Ну, я так понимаю, нам надо сюда попасть. Строительный компонент компьютера дохрена нужно. Так, строительные компоненты у меня вроде были. Вот, тоже кокпити и компьютеры. Ну, компьютер только крафтить надо. Побольше у нас их нет.
Сколько там, 20? Давайте сделаем, да. Все, пока. Пятнадцать компьютеров надо ждаться нам. Десять, одиннадцать, двенадцать. Пожалуйста, хобби все хватило мне. Все. Так, а вот этот драндулет отсюда можно как-нибудь убрать? Он же тут нафиг нам не нужен. Все, завел этот драндулет, оказывается, просто надо было включить питание. Все, стой. Так, нам, получается, теперь нужно добыть немного льда, да? Ух ты, что я нашел, смотри, у нас тут есть урана немного. Так, а там метка льда у нас была. Блин, знает где. Ice Cave, пещера ледяная. Ну давайте поедем туда, посмотрим. Попробуем. Надеюсь, я судила правильно, что-то мне кажется. Ну, я делаю так, как было написано в описании. То есть надо запустить систему охлаждения, после этого мы получим доступ к реактору. Во, так будет светлее. Охренеть, 1,5 километра ехать. Я что-то не пойму, куда нам ехать? Куда-то туда. Блин, как назло, еще все ночью приходится делать. Блин, ночью вообще никогда не везет. Так, ну доехал до этой долбанной пещеры. Что-то пока что я... А, увидел. Походу, вот она. Все, стопе. Берем бур. Что у нас тут с местом? Блин, вообще места у нас нифига нету. Ох, ну нифига себе, как все серьезно. Лед и еще раз лед. Вот он, лед. Опачки. Контейнеры. Маги тут еще есть у нас. Он просто валяется. Ну, давайте добудем лед. Так, все, полный инвентарь. Да тут, короче, хорошая пещера, прям тут и кремний, и магний есть, лед, прям, ну. Замечательно. А что такие звуки будут, а что он сработает? Какой-то завод. Давайте кокпит что-нибудь переложим. Офигеть, 2 тонны льда, что ты. Тонна сюда. Офигеть, опять под завязку. Давайте инвентарь тоже под завязку забьем тогда. Так уж и быть. Все. Ну, поехали тогда обратно, посмотрим, сработает ли этот способ, как я прочитал на... Чтобы добраться до реактора. Да твою мать. Тут, кстати, пока я ехал в эту пещеру, какие-то опять здания были. Может, стоит заглянуть туда. О, дерево, подожди. Нет, 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 пожалуйста, не надо, умоляю тебя. Да. Только я могу так сделать. Блин, чё, правда, ни туда, ни сюда, что ли? Охренеть, друзья, ну это, блин, ну как так можно вообще? Ой.
Так, ты главное не перевернись. Бывает и такое. Ну что ты там раскорячился, так не пойму. Так, надо вот тут, мне кажется, чуть-чуть расчистить. Все, теперь ты выйдешь? Твою мать. Блин, ну как же так можно было умудриться, вообще не пойму. Давай, давай, дружище. Ну что ты, блин, кляча долбаная. Тебя, блин, 8 колес, а ты не можешь какой-то бугорка выехать. Офигеть, мы уже 21 тонну весим. Так, ехать нам 1-3 километра, я уже запутался, где-то у нас дорожка. Так, дорога вот. Ладно, поедем по внедорожью тогда. Что я ни хрена не пойму, где тут нормально была дорога, ехал, все было зашибись. Главное не уварить и опять какую-нибудь яму. Или вообще. Так, а как я так умудрился быстро приехать, я не понял. Тужишь, это вот координаты этого Джанчонга, Самсунга, или как там вот в начале игры было. Ну вот как-то у меня получилось срезать путь, и более-менее быстренько мы доехали. Давай, дружище, на горочку давай, ага. Так, подождите, тут не врезаться мы никуда. Да-да, вот тут. Вот. А то просто опять набурить. Тихо, тихо, не взлетай. Так, а тут же можно сразу прям к зданию подъехать сзади. Да. Так, и тут аккуратненько спуститься. Блин. Ну, офигенно, я вообще ничего не вижу. Короче, так-то, в принципе, все нормально. Сейчас чисто зад сдаем. Ага. Готово. Пристыкуемся, заперто. По идее, сейчас лед должен провалиться. Может быть, тогда еще тут законнектить? Бурение, ну, понятно. А, подожди, подождите, почему? А, это коннектор включить-выключить. Переключить стыковку. Заперто. Лед пока что у нас сидит. А, ну это копит, не может. Сейчас мы с собой заберем. Вручную переложим. На тебе еще льда. Угу, забрал. Так, ну лед окинул, по идее у нас должно охлаждение уже пойти. Сейчас пойдем посмотрим, что как там дела у нас. Более-менее уже запомнил. Оп, дорогу в туалет. Да, перехлил себе что-то. Блин, ну пойди сюда, правильно, что же... А, вот. Ну что, дверь у нас разблокируется теперь. Онлайн, смотрите, тут система охлаждения у нас онлайн заработала. То есть мы сейчас можем пойти открыть дверцу. Да,
друзья. Я смог это сделать. И теперь нам нужно починить этот сраный реактор. Если туда я шлепнусь. Ну, я, конечно, понимаю, но... Если я туда упаду, я ж все. Ну, тут никак. По-другому не поднимается. Подожди, вот еще есть... Ага, лестница. Опасность. Доступ запрещен. Да нифига не запрещено все. Я тут. Блин, а что я лезу? Там у меня с собой-то ничего нету из ресурсов. А вы что, реально? 2000 компонента реактора? Друзья, ну с таким количеством необходимых ресурсов нам просто нужно базу строить. Это больше никак, я не знаю, ничего мы не сделаем. Так, о, смотрите, у нас скопит подключился. Ну а только, у нас всего 22 комбайн реактора. 22, камень. Блин, серебра у нас только 2 килограмма, офигеть. Это ж пока он переплавится, там вообще будет, наверное, 1 грамм. Лед лежит, уран есть. Не, ну это, конечно, замечательно, но... Где я возьму 2000 компонента реактора? Если ошибаюсь, там это же вообще жесть. Ассемблер реактора. Это нам нужно серебряный слиток, серебро найти. Это прикиньте, 2000, сейчас тут даже ставлю, тоже можно, хотя не напишут количество ему. Нам нужно 3,6 килограмма получается, да, серебра? Или 3,6 тонны? Жесть. Не, ну как, в принципе, если у нас есть на заводе ассемблер, мы можем, в принципе, зачем нам строить базу, мы можем... Конечно, тоже ассемблер не достроенный. Ну и вот, в принципе, что достраивать-то? Ничего не стоит. Короче, нам нужно найти... Так, а что еще нужно? Давайте сейчас запомню это. Мотор, ладно, сверхпроводник. Там золото, если ошибаюсь, нужно. Большая труба, компонент, это кобальт. Ну, короче, там нужно дохренище ресурсов найти. Так, кремний я нашел, а серебро... Ну, пацан, с буром где-то поковыряться. И найти где-то долбанный ассемблер находится. Хотя, мне кажется, мимо него проходил. Зачем сюда вход сделан, непонятно вообще. Так, готово. Какой кокпит, я не пойму. Ой, блин, охренеть. Ядро реактора офлайн. Вот ансамбер, ошибаюсь. А что он называется? Реактор, да. Он почему не строен? Что надо? Тебе тоже дохрена надо. Слава богу, компонент решетки вроде у меня есть. Не надо будет заморачиваться на постройке базы, чтобы поставить сборщик нормальный. Фу, что делается из кобальта? Экран и мотор. Стрит компонент. Так, отлично, уже минус один. Мотор, экран, компонент решетки и прочее. А, кстати, мы можем? Нет, не можем.
Боже мой, помоги мне отсюда выбраться. Так, что у нас здесь-то? Я не понял. А, это же не мой транспорт, забыл, вот он мой. Так, у нас 20 решеток есть, замечательно, давайте сразу их возьмем с собой. Что у нас еще имеется? 5 компьютеров есть. Совсем мало. Блин, ну для мотора это точно нужно очень много камня тогда. Так, а тебя ничего нету тут? Вообще пустой, да? Ну блин, что, друзья, нам просто надо искать ресурсы, больше я не знаю, как там что быть. Вот, блин, охренеть. С помощью бура искать ресурсы, это просто вообще, не знаю. О, зато лед нашли, сразу же. Да, друзья, это невероятно сложно будет. Ну, в общем, я сейчас... на такой план. Поставить детектор руды на мой бульдозер. С помощью него... О, боже ты мой. Короче, тут вообще... Короче, ладно. Первым делом это детектор руды. Чтобы поставить детектор руды, нам нужно 20 компонентов детектора. У меня есть 6, да? Для его производства нам нужен уже нормальный сборщик. А чтобы починить нормальный сборщик, нам нужно где-то 160 экранов, там несколько трубы и компьютер. Так, 160 компьютеров, охренеть. Ну сразу 200 надо. По идее должны сделать, потому что требуется 32, а у нас доступно 268-66. С компьютерами разобрались. Так, надо еще экранов там, если ошибаюсь, 10. Что нужно экран? И самое хреновое, очень надо много... А, подождите, нет, там немного. Ну, штук 50 моторов или 20, давайте создадим, это нам... Вот уже лейка не хватает, тут опять сейчас бурить эти камень. У нас тут место еще не забилось, офигеть. Компонент реактора. Ну что ж, ладно, дождемся тогда, как все это дело сварится, и пойдем тогда хоть... Ладно, пускай надо довариться, а я пойду дальше рыть, добывать камень. Кстати, пока еще за кадром бегал я по зданиям, я, кстати, нашел серебряный слиток. То есть, может быть, сейчас действительно этим сейчас заняться, побегать по зданиям, может, мы по... находим ценные там. Как же все долго. Ладно, пускай все это там переделывается. Мы сейчас погуляем, походим. Так, ледяная пещера мне уже задолбала. Исчезни. Давай, пожалуйста, в сарай, в сафер. Так, ну, тут я, да, ничего не считал еще. Ну, на этом и все. Снова металл. Блин, забодались с металлом. О, камень. Уран. Космокредиты, ну, прям вообще замечательно. Гравий. Нет. Гравий снова. Лучше бы там был этот. Серебро. Слитки.
Так, ну 5 компьютеров доделай, да я уже... А, ладно, хрестим. Делай все уже, а я потом тогда приду и заберу. Так, и на этом мы тогда за... попробуем починить сборщик. Так, там я был. Тут вроде я не был. Апартаменты А. Как обычно, с металл приветствует. Алексей Левандовский и все такое прочее. Что тут ничего не работает? О, шкафчики. Отлично, тут смотри, опять космо... И то, труба нам нужна, кран. Солнечные ячейки, нифига себе. Так, Арчи Флойд. Блин, ну тогда сейчас опять какую-то, наверное, херню сморозит. Так, вот это интересно, какая-то пещера. В баре Фредди слышал, что фермер Леруа Холлоуэй рассказывает о своей походной поездке со своими друзьями Расселом и Терезой. Теперь у Кауфманс, вероятно, тоже были бы хорошие вещи, но у их дочери Делинды была домашняя вечеринка. Однако Холлоуэй, будучи одиноким и имея свою ферму так далеко, имел на своем месте действительно хорошие вещи. Пока что спрятал добычу в пещере. Нужно подождать несколько месяцев, прежде чем я смелюсь начать продавать его. Не могу позволить, чтобы полиция снова расследовала меня. Так, а давайте эту координату обязательно создадим сейчас. Далеко ли она действительно? Да не так далеко она, 900, ну, километр, грубо говоря. Так, ну тут же что-нибудь еще будет у нас вкусненькое. Нет. К сожалению, нифига. Так, ну есть еще один этаж. Пойдем тебе там посмотрим что-нибудь. О. Кредит и еще одна записочка. Сын, не могли бы вы принести нам несколько новых сверхпроводящих катушек? Да, мне бы тоже, кстати, не мешало бы. Пока вы пьете и развлекаетесь со своими друзьями в Карл Косавелли. Твоя мама беспокоится о тебе. Достаточно того, что вам пришлось отказаться от семейного бизнеса, но проводить все больше и больше времени в таком гнусе, это разбивает ей сердце. Ну нифига себе. Так, все, да? Ну, все, походу. Или тут еще этаж есть? Ну, еще есть. Даже еще есть последний. Или нет, уже на чердак, походу. Так, а я сюда не заходил. На том этаже. Потрошечки нормально. Течка уже задолбала меня. Так, тут какие-то есть координаты. Среди шахтеров ходят слухи, что братья Вогны, возможно, нашли здесь вход в руины старого руина. Прямо здесь и в их шахте. Просто подумал, что... Дам тебе знать. Я знаю. Вы не хотели, чтобы я был кротом вашей проверки деятельности братьев Вон. И не волнуйся, я не собираюсь делать глупости. Информация хранится в офисе в любом случае. Должен вернуться к своей смене сейчас. Люблю тебя, Барри. Отлично. Давайте создадим это тоже маркер. Шахта — это хорошо. Это может быть как раз таки... Ага. Железо, никель, кобальт. Замечательно. То просто вообще окейно. Да выйдет отсюда. Блин, ладно, хрен с тобой. Так, еще давайте на том этаже мы забыли тоже пройтись. Туда дальше. Так, отлично, улучшено бур. 40 никеля. Ага, космокредит. Снова нам дают записочку. Хотя мы не можем помешать вам претендовать на месторождение никеля прямо на рудике наших текущих работодателей. Поскольку владелец роб еще не претендовал на это, мы настоятельно рекомендуем вам пересмотреть. Что за фигню? Только что сморозил. Ну, записываю координаты тоже. Это что, силикон кремний получается? Или написано за никель вообще-то? Ну, тоже силикон кремний. Так, все, возвращаемся обратно. Вот это, блин, удачно я заглянул в здание. Уже меточки есть у нас.
Так, сюда еще не заходил я. Магний. И снова записывать. Так, ладно, не буду я все это бельберду читать. В общем, нам надо дают координаты магниевой пещеры. Создаю маркер. Отлично, у нас уже есть кремний, железо, никель, кобальт и магний. Ну, лед, само собой. Я думаю, там этажом выше что-то еще нам дадут. И, кстати, что еще есть здание одно, апартамент Б. Тоже сейчас туда прогуляемся. Так, ну, наверное, чердак, тут обычно делать нечего. Блин, ну солнечные ячейки нам нафиг сейчас не нужны. Вола это тоже обосранная. Ну, возьмем. Вот это такие мелочи, но все нам нужно. Так, ну тут обычная крыша, больше ничего, да? Что-то додергаем отсюда, там идем в другие апартаменты. Б. Буду рад, что там дадут мне координаты золотой шахты и серебряной. Это будет замечательно. Так. Вот это вроде Б. Да. О, металл. Так, пошлите, пошаримся по комнатам. Тут немножко по-другому все выглядит. О. Просто записка. Никакие там ресурсики, ничего. А тут непонятно. Я получил сообщение от Фредди о том, что дверь его хранилища под ночным клубом снова застряла. И так как он в канализации, наша работа это исправить. Теперь я проиграл немалую сумму кредитов этому бандиту в ставке. Поэтому, если вы потратите свое приятное время, скажем, неделю или две, на то, чтобы починить эту дверь, я понимаю, у вас отпуск или все верно? Чего? Какую-то дверь починить надо, и может там что-то сюрприз какой-то будет. Тоже давай создадим маркер. Лучше бы мне маркер этого. Какую-нибудь шахту дали бы. Так, у нас по одной квартире, короче. О, сундук, в котором ничего нету. Так, точно тут я все облутал? Угу. Тут только смакредит. Да, это какой-то апартамент хреновенький. Опять на крышу. Ячейка. О, еще ящик есть. Посмотрит компьютер, замечательно. Я еду в долину Каркоса через несколько дней. И с тех пор, как последний визит был настолько вдохновляющим, на этот раз я мог бы остаться на несколько лет. Это должно дать мне хорошую возможность завершить мою новую трилогию книг. Я чувствую себя полностью уверенно, оставив вас за рестораном. Не забывайте поддерживать высокое качество и низкие цены. Иди в жопу. Так, офигеть, все на расстоянии где-то в среднем километр друг от друга. Так, я так понимаю, больше тут апартаментов нет. Сейчас быстренько глянем. Вот это ж. Так, это фигня. Что вот это у нас такое? Контракт офис. Ну, контракт. Контракт на доставку. Ключ безопасности. Дадим, выстрою его. О, слушай, медкомпоненты. Ну, 10 тысяч платят нам. Блин, ну все равно. У нас сколько-то там было.
контракт ремонт, не знаю, что такое. Ну, это, конечно, вообще ключ безопасности. 500 тысяч платят за него. Но тут описано то, что сейчас я прочитал только что. Там он хорошо заплатит 500 тысяч за компонент этот. За медкомпоненты заплатит 10 тысяч. Ну, описание этих заданий. Потому что ничего особо интересного тут нет. Так, что надо вообще? Контракт тайп. А, починить. Ну, описание задания, короче. Короче, тут ничего интересного нет. Так, там я вроде был уже. О, апартамент С есть еще. Как мне туда проникнуть? Странно. Ну не так? Нет, это на этаж ниже. Сейчас сюда вообще попасть не можем. Офигеть, у меня этих КПК уже. Впервые в истории колонисты Sunset Valley получили доступ к настоящему импортированному с клан Коли. Деликатность такой удаленной колонии, но благодаря бот импорт теперь вы можете получить банку клан кола из ближайшего торгового автомата по низкой цене 100 этих кредитов. Ну нафиг мне это нужно, я даже не буду коринатки брать. Прикольно, такая вот микроволновочка даже есть. О, серебро еще, отлично, золото. Вот я ж говорю, так вот пошарится. Можно что-нибудь полезненькое понаходить. Так, лучший набор у меня уже есть. Так, ну, какая-нибудь записочка, ничего тут мне не оставили. Нет, ну и ладно. Итого у нас, кстати, уже побольше серебра стало. И там у нас вроде где-то 20. Нормально, может быть даже что-нибудь получится нам скрафтить. О, тут дверь открытая. Серебро, золото, кредит. Пожалуйста, дай ссылочку мне на шахту золотую. Я приобрел оборудование, которое вы просили. Вы можете найти их в пещере по указанным координатам. Я нуждаюсь и не хочу знать, зачем они вам нужны. Если у вас есть говядина с братьями вон, оставьте меня в покое. Обязательно уничтожьте сообщение после прочтения. Какая-то пещера тоже. Давайте создадим маркер. Интересно, что ж там будет. Где-то мне тут уже этих маячков. С ума сойти можно. Нафиг нужно? Офигеть, сколько у меня уже критов? 1800, нормально. Так, детектора возьмем, конечно же. Ой, короче, тут, наверное, что-то фигня какая-то. Без координат, без всякой... Херни, я поэтому даже переводить не буду. Так, все. Еще одна комнатушечка осталась, которая нифига у нас не открывается. Блин, может к ним как-то доступ надо получать? Ну, хотя я прочел КПК. Мне вот одно интересно, как нам попасть там, в ту самую нижнюю комнату. Так, тут всего у нас одна дверь, да? И также она заблокирована. Тем временем уже... О! Офигеть, сколько маячков надо будет. Так, 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 ничего интересного, ни ящичков, вроде бы ничего нету.
Ладно, побежали вниз. Сейчас я так разобьюсь. Аптечка у нас есть? Они, походу, в машинке. Пойдемте попробуем достроить долбанный реактор. Че не реактор, а ассемблер. Так, у меня вот вообще интересно, как сюда попасть. Может, там другой вход есть? Давайте посмотрим. О, Фредди ночной клуб. Вот за него же там что-то говорили. Ага, вот как сюда попасть, понятно. Так. Коктейли, пиво. А что, можно пивасик попить, да? Я бы такое заказал бы сейчас. Ну, походу, тут никто не обслужит. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь, под клубом. А тут у нас, походу... Ой, даже тут дверь есть. Золото 100, нормально. Это хорошо заглянул. КПК, потрошки возьмем. Мне нужно, чтобы вы доставили ящик в следующее место и похоронили его. А ящик запечатан, так что не думайте даже об этом. И нет, если вы хотите знать, что находится в ящике, или в следующий раз Мано Вышибала ставит вас в ящике. Ага, ты нифига себе, создадим. Конечно, создадим координату. Тоже какая-то печера. Геть у нас маячков тут. Но я думаю, все это дело будем проходить уже. Все эти маячки проходить в следующей серии. Сейчас надо. Блин, геть. А ты не можешь быстрее спускаться? Это что? А, показалось, все, тупик. Мне кажется, мы тут уже были. Да, вон даже двери открытые. Я пытался найти вход в реактор этот. Да, я тут был. Пойдемте посмотрим, что он в клубе нам опять предлагает. Опять коктейли, опять пиво. Блин, ну можно заказать, можно как-то? Доступ запрещен. Понятно, что запрещен. Сенсор выключен. Танцпол. Фан мюзик, стоп. Ну, даже так, да? Дисколайт. Охренеть, друзья, вот это дискотека. Боже мой. Музыка, как будто кто-то на Денди сейчас играет в Марио или там что-то подобное игры. Туалет. Такой-то вип персона. Да, прикольно замутили, конечно, там эту дискотеку. Пускай играет, ладно, может что-нибудь придет. Ну что, выход. В принципе, тут больше делать ничего. Нечего. Ой. Так, ну тут я вроде бы все бегал. Ой, сбрасывать сюда всякое барахло можно. Арчи Пауншоп. Ну вот. А, ну да, вот магазин тут у нас. Урановая руда. А, мы ее никогда в жизни не купим, она слишком дорого стоит. Ладно, пойдемте попробуем сборщик собрать, так уж и быть. Так, серебра у нас уже будет 50 килограмм, это уже может не радовать. Так, золотая руда у нас 200 килограмм, да? Магний у нас появился, никель.
Так. Детектор еще добавляем. Золотой слиток. У нас его не было. Замечательно. Кстати, бур можно один выкинуть сюда. Ой, бур этот. Это именно что, бур надо выкинуть. Так. Берем с собой то, что нам нужно для починки. Этого... Ой-ой, нет, тебя. 160, если ошибаюсь. Мотор и кран. Кран. А, вот, все. Пойдемте попробуем починить. Если починим, то, конечно, уже будет замечательно. Мы можем себе позволить что-нибудь тут собирать, строить. В сборщике там. Ну да. Ну все, теперь мы можем... Вот он есть. Что-нибудь воспроизводить. Мы тогда, знаете, что, наверное, сейчас закинем через коннектор вот эти вот все ресурсы, которые у меня есть. Мимеду руды, слитки. А завод, кстати, он работает у нас тут или да? Чтобы там переплавить всякие руды нам. Давайте все возьмем. Блин, сколько у нас КПК. Я кое-что придумал. Нельзя с вами ничего положить. Так, берем железо, уран, кобальт, свинец. Тебя, слитки уложим. Так, вроде бы все, да? Ну, тут оставим мы. Так, ну и предположим, что мы сделать. Железо слиток у меня есть. Да, все нормально делается. Вот стальная труба нам нужна. Ну все, осталось нам, друзья, только найти ресурсы. Так, а по поводу завода. Нам же нужен завод, чтобы переплавлять серебро. Антенна. Так, а как у нас будет завод-то? По крайней мере, завод, видите, уран, ничего там с этой руда не, ну, не переместилось, то есть... Ну, надо искать, где завод. Я вот точно помню, видел здесь. Короче, я запустил процесс изготовления компонентов реактора. В общем... Блин, ну получается нам 3 тонны нужно серебра, слитка. У нас только 50 килограмм или сколько там... Гравий нам мы добудем, железо мы тоже добудем, там 10 тонн надо. Дело в том, что не нашел тут завод. Может как-то по-другому, но это basic, начальный этот, как basic refinery. Вот они могут плавить нас ни уран, ни серебро, ни золото. В общем, ладно, потом я с этим разберусь. Давайте, друзья, в следующей серии мы тогда отправимся по всем этим координатам. Может быть там действительно что-то ценное и найдем. Или нам нафиг завод не нужен будет. Как-то так. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.